Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на совещании под председательством главы региона Ундасына Уразалина. По области должно быть отремонтировано 630 котельных, 268 километров теплосетей, 61 километр водопроводно-канализационных сетей и 146 километров электросети. График работ соблюдается. Аким области поручил держать ход подготовки на особом контроле, в том числе и вопрос ценообразования на уголь. Мы должны обеспечить вот эту безаварийную работу, чтобы потом вам самим среди зимы не приходилось героическими усилиями разгревать проблемы. Совещание продолжилось рассмотрением вопросов рационального использования орошаемых земель. В регионе ведется восстановление более 10 600 гектаров орошаемых земель, из них 4600 будут сданы в эксплуатацию в текущем году. Аким области потребовало принять исчерпывающие меры для полного освоения вводимых в эксплуатацию и введенных ранее полевных земель. Кроме того, поручено усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения. И в ходе совещания также были обсуждены вопросы вакцинации против COVID-19, а также была рассмотрена деятельность ситуационного центра, созданного для контроля и мониторинга жизнедеятельности города Ахтубе и области.